Привет, друзья! Вчера мне выпал гамбит, а сегодня я записываю уже для вас видео с колодой, собранной на данной карте. В основном гамбит, мне кажется, применяется просто как дополнение, да, дополнение к колоде на сброс. В основном. Но, друзья, это было бы не так интересно и не так фаново. И я именно, основываясь на гамбите, собрал колоду, которая вот просто будет зависеть от того, зашел нам гамбит или нет. Если гамбит заходит, это фан, это класс, это противник точно будет удивлен. Но если гамбит не заходит, то просто колода будет, а карты будут выкидываться бессмысленно. И как бы играть будем с тем, что есть. Вот. И вот такая, друзья, колода получилась. Логика какая? У гамбита способность при раскрытии забрасывает карты с вашей руки, чтобы уничтожить случайную карту противника, которая уже выложена на столе. И следовательно, что, друзья, мы делаем? Держим гамбита по возможности до 6 хода. Ну, либо да, можно его сыграть чуть раньше, потому что у нас есть еще поглотитель, который скопирует его способность, да? То есть до 5 хода можно его придержать. И суть в чем, что нам надо как можно больше карт иметь в руке, чтобы он как можно больше карт мог сбросить, а следовательно, чтобы как можно больше карт он смог уничтожить у нашего противника. Это первая часть, да, то есть как можно больше карт иметь в руке. А вторая часть — это то, что нам надо как можно больше раз сыграть его способность. Какие карты нам позволят сыграть как можно больше раз способность гамбита? Это, конечно же, Вонг, так, который удвоит способность при раскрытии. Это, конечно же, поглотитель, который скопирует его способность и еще раз ее сыграет. И это, конечно же, Один, который еще раз сыграет все эти способности. И если у нас в локации каким-то чудом получилось собрать Вонга плюс гамбита плюс поглотителя, то есть давайте посчитаем, да, то есть третий ход кинули гамбита, потом четвертый ход Вонг, пятый ход Absorbing Man, шестой ход Один. Да, то мы, конечно, тогда очень много карт сможем уничтожить у соперника, но еще вопрос в том, что у нас будет в руке. Что у нас будет в руке? Хватит ли нам карт в руке? А чтобы нам карт в руке хватило? Вот. Поэтому, друзья, скорее всего, вот эти 4 карты все вместе мы не сыграем. То есть мы сыграем либо Вонг Гамбит Один, либо там просто Гамбит Абсорбинг Мэн Один, либо Гамбит Абсорбинг Мэн без Одина. Ну, что-то такое вот у нас будет получаться. Вот. А чтобы нам карт в руке стабильно хватило, у нас, друзья, есть такие карты. Агент, который при раскрытии добавляет в вашу руку случайную карту. Это Кейбл, который выстаскивает карту из колоды противника в нашу руку. Это Страж, который добавляет нам в руку Стража, да? Это Валентина, которая нам в руку добавляет случайную шестерку. Это Мэджик, который дает нам 7-й ход. А если у нас есть 7-й ход, то мы тогда можем успеть сыграть все вот эти вот наши карты. Да, я забыл об этом сказать, что Мэджик может немного нам помочь в этом деле. Это Кристалл, который при раскрытии, у которой способность при раскрытии, что каждый игрок вытаскивает карту. Гамбит, очевидно. Это агент Кольсон, который добавляет в руку уже 2 карты. Думал, взять ли к себе в колоду замечательную карту Лунную девочку, которая дублирует вашу руку. Но я и так подумал, что и так будет много карт в руке. Да, она может, конечно, гамбита скопировать, но она стоит 4 маны, довольно тяжелая. И все-таки я подумал, что все-таки тут и так есть чем играть. Вот неявный выбор призрак, которого есть способность как постоянная, что все наши карты будут раскрываться последними. Почему я взял, друзья, эту карту? Объясняю. Потому что гамбита, когда мы кидаем, нам интересно, чтобы как можно больше карт соперник уже выложил на стол, чтобы не было ситуации, что он там какую-то жирную карту там держит так в руке, да, раскрывается последний, мы убьем какую-то там слабую, а потом он такую жирную просто выкинул и все. Чтобы все-таки он все выложил, что у него было, а мы потом, чтобы уничтожали. Поэтому я как бы положил себе еще призрака в руку. Вонг, понятно, да, то есть позволяет нам способность гамбита сыграть дважды. Абсорб поглотитель, да, я тоже сказал уже, что копирует способность гамбита и тоже как бы позволяет сыграть ее еще раз. Ну и Один, который еще раз повторяет способности при раскрытии других наших карт. Все, друзья, такая колода.
Переходим от теории к практике. Просто фан. Просто фан. Классная, интересная, веселая колода. Но рандомно, друзья, рандомно. Мы можем как жирные карты забрать у соперника, так и какие-нибудь единички бесполезные. Тут уже ничего не сделаешь. Но просто вот как такая опция, что колода на гамбите может быть классная. Если честно, мне такие колоды попадались, не знаю, может, 2 раза за все время, когда играл. То есть колода довольно-таки редкая. Вот. Но посмотрим. Ненавижу, конечно, я собаку, когда играю на раскрытие. Это, наверное, самая неприятная карта, которая против нас может играть. Так. Ну, в руке у нас, смотрите, 6 карт. 6 карт. Агента мы, если сыграем, будет 7, и мы тогда не вытянем ничего, а нам надо вытягивать. Поэтому либо гость, либо мэджик. 6 стоит на 1 меньше. Слушайте, ну у нас 6 в колоде только Один, да? Если разыграть карту, уничтожает ее. Давайте, наверное, эту локацию уберем. Потому что здесь мы играть не сможем, а здесь тоже тогда не сможем. И играть только через одну локацию, как бы, сами понимаете, не очень. Это все дело мы уничтожим, если, конечно же, нам зайдет в руку наш гамбит. Так, ну Вонг. Вонг. Пусть будет Вонг, чтобы не терять манну. 5 карт в руке есть, поэтому нормально. Пока нам не надо ничего там в руку добавлять. Этот не гражданин не может быть уничтожен. Если гамбит в него попадает, то просто мы потеряли, в общем, попытку. Но гамбит не хочет нам заходить. И вот это вот уже немножко меня настораживает. Немножко меня настораживает. Давайте пока так сыграем. Есть 5 карт в руке. Карт нам точно в руке хватит, поэтому можно блокировать. Нужен нам просто гамбит. Если зайдет гамбит, то мы затащим, скорее всего. Но он не хочет заходить к нам. Окей, давайте тогда сыграем кристалла и вытянем еще 2 карты в руку, так? То есть у нас есть 5 карт. Тогда бессмысленно, да? Бессмысленно. В колоде есть 3 карты, да? То есть мы сейчас вытянем тогда... Ага, может не зайти. То есть мы вытягиваем 1 тогда с помощью кристалла и 1 как бы обычно. И у нас тогда... Ага, у нас... А нет, друзья, все, отлично. Вытягиваем 2 карты с кристалла и делаем еще 1 карту с Валентина, да? Да, наверное, так сделаем. Тогда у нас тоже не хватит. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тогда тоже не хватит. Нет, тогда Валентину не играем. Просто вытянем сейчас 2 карты. А, нет, все-таки ладно. Ну, надеюсь, что сейчас будет Шельма, будь она неладна, нам все испортила. Но мы должны сейчас из 3 карт 2 вытянуть, чтобы был гамбит. А, ё-моё. Окей, она 1 раз сыграла, потому что забрала. Ладно, не суть, есть гамбит. Есть гамбит, но его мы сможем сыграть только 1 раз. Только 1 раз мы сможем его сыграть. Но если мы убьем 16-ку, у них тут будет 5 маны, мы заберем эту локацию. А нет, мы сможем 2 раза сыграть. Сможем сыграть 2 раза. Хотим ли мы играть в центр? Да, наверное, 1 карту мы сыграем в центр, а 2 карту мы сыграем здесь. И смотрите, друзья, такая ситуация, да, кажется, что ну тут уже, ну точно проиграли. Но если мы попадем в блоба, он сюда ничего не поставит, а поставит что-нибудь сюда, и мы заберем это что-нибудь, то мы выиграем. Но опять же, это очень маленький шанс, что мы попадем в блоба. У него тоже есть гамбит. Не, ну это поражение, но нам потому что не повезло с тем, что, конечно же, он через шельму забрал нам Вонга. Ну вот, 1 локацию всего лишь смогли у него отбить. Не повезло, что он забрал Вонга, так бы мы уничтожили бы... Сколько карт? 4 карты бы мы уничтожили у него вместо 2. Ну вот, не повезло чуть-чуть. Чуть-чуть не повезло. Хотя шансы были. Шансы... Были. Окей, едем дальше. 2-я игра. И долго нам гамбит не заходил, потому что я бы его намного раньше хотел бы сыграть.
чтобы блоба забрать, да, потому что меньше карт на столе, значит больше шанс попасть в то, что нам надо. А блоба он довольно рано выкинул, поэтому... Ладно. Пускай получают нам это, в принципе, не страшно. Кристалл помог нам, да, то, что мы вытянули карту дополнительно. Так бы нам гамбит бы не зашел. Квинджет, понятно. Так, ну можем потихоньку руку себе увеличивать, потому что гамбит уже есть. Есть гамбит, есть Один, то есть нам еще Вонга надо взять, как минимум. Следующая разыгранная карта уничтожается. Так, смотрите, друзья. У нас есть 6 карт в руке. Если мы сыграем агента, то у нас станет 7 карт в руке. Мы тогда ничего не вытянем. То есть агента точно играть нельзя. Давайте тогда сыграем призрака вот здесь. Ну и все. Squad still a little light. Вонг, можно? Нету Вонга. Окей, есть гамбит, есть поглотитель. Тогда что? Ну, у нас нет седьмого хода. Значит, на шестой идет точно Один. И остается у нас пятый, четвертый ход. Точно этот ход можно сыграть гамбита. Одну карту сбросить. Да, давайте тогда начинать играть гамбита. Пожалуй, в этой локации. Главное, чтобы он Одина либо Поглотителя нам сейчас не сбросил. Потому что, да, у него есть такой грешок. Он может сбросить то, что нам нужно. Чтобы не сбросил что-то из этого. Отлично. Стража может забирать. Вот, неплохо, неплохо. Есть Magic, друзья, есть Magic. Хотим ли мы седьмой ход играть? Хотим ли мы играть седьмой ход? Пока у нас и так все неплохо. Сейчас нам по-любому надо играть поглотителя. Я тут думаю, в какой локации. Наверное, все-таки в центре. И на шестой ход. Хотя, слушайте, если мы их вместе сыграем, мы потом сможем убить сколько карт? Еще две дополнительные. Я надеюсь, что поглотитель Одина нам не скинет. Если поглотитель скинет нам Одина, то это будет, конечно, печаль. Это будет печаль. Мне просто нечего будет играть на следующем ходу. Внал, давай внал, пожалуйста. Только не Одина. Хорош, кристалл нам не нужен. Нормально, нормально. Нормально. И сейчас, друзья, смотрите, мы еще сбросим ему две карты со стола. Можно, кстати, снапнуть. Вот, смотрите, вот это вот суть данной колоды. Вот, именно в этом. Мы сейчас две карты убиваем, и, скорее всего, мы нал убьем у него. Скорее всего, я надеюсь, что мы попадем в нал. Ой-ой-ой, нет, только реально. А вот это, конечно, облом. Какой же это облом? Are ye worthy? Какой же это облом? Какой же это, друзья, облом? Любая карта, какую бы он ни сыграл, мы бы выиграли 100%. Но только не Альтрон. Альтрон, это... Я совсем забыл, что может быть Альтрон. Потому что тут у нас было очень сильно по статам. Мы бы забрали бы по-любому какие-то две карты в центре. Если бы он, допустим, что-то кинул в центр. И если даже тут он выиграл центр, то мы бы все равно тут было бы 0-0, а тут бы мы передавили бы по статам. Вот, либо если бы он что-то кинул здесь, мы могли бы это тоже убить. И мы еще на 8 кубов попали. Уф. Слушайте, ну это, конечно, было больно. Это было больно. Это было больно, друзья. Я был уверен на 99%, что мы там побеждаем. А у него был Альтрон, ну капец, ну как? Какой Альтрон? Вот Альтрона я точно не ждал в той колоде. Кого-кого? Ну, Альтрона. Когда у него на столе не было ни Патриота, да, там, ни Мистика, ничего такого.
Но эта колода у него, значит, была с Галактусом. Потому что Альтра только с Галактусом еще играет. Так, хорошо, что это за карты, да? То есть оба... А, оба... Класс, ну... Ладно, мы поменяем эту локацию, но будет слишком поздно уже. Ой, как я ненавижу вот эти рандомные локации, которые просто вот все от тебя ничего не зависит уже. Зависит от рандома, что вытянется, что не вытянется. Мы сейчас поменяем эту локацию, конечно же, мистиком. Потому что нам нужен гамбит, без гамбита это... Без гамбита нам просто нечего делать будет. То есть что, мы на четвертом, на пятом, мы еще три карты вытянем из своей колоды. Три карты. Ой. Так, ну карт в руке много, 6 штук. Ну мне просто нечего играть, да? То есть эту карту мне нельзя играть, потому что у нас тогда не будет ничего в руке. Слушайте, давайте тогда сделаем так. Сыграем вот так вот. И сыграем вот так вот. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Выкинем все его карты. Ну, кроме Кравена. Можно было Кравена, кстати, еще кинуть. Ну, ладно, неважно. Мы, кстати, даже, возможно, выиграем здесь. Даже без гамбита. Валентина. Окей, тогда делаем агента Кольсона. Еще у нас тогда будет 3-4-5 карт. И Валентинку сыграем. И будет у нас 6 карт. И еще 7 мы вытянем из колоды. И надеюсь, что это будет гамбит. А, гамбита он забрал себе. Ну нет. Все, гамбита у нас нет в колоде. Класс. Придется играть без гамбита. Есть динозавр. Слушайте, друзья, есть динозавр. Можно кинуть просто в центр динозавра. Давайте, да, кинем в центр просто динозавра, да и все. А на следующем ходу Одина кинем под агента, чтобы он достал нам две карты, чтобы динозавр еще больше получался. И все. Да. Скорее всего, победим здесь. Да, он сдался. Фу. Друзья, как-то так. Как-то так. Как-то так, без гамбита. Ну, просто локация такая. А, локация, что тащили карты. Ну, зато соперник гамбита сыграл, да. Бесполезно, но сыграл. Окей, давайте, друзья, еще одну сыграем, последнюю. Потому что... Мы, наверное, не... А, выиграли сейчас, но без гамбита. То есть без гамбита мы выиграли, с гамбита мы проиграли. Ну, там Альтрон нам все испортил. Если бы не Альтрон, то... Все было бы по-другому. Окей. Тогда что у нас? Пока что нам нечего играть на второй ход. Пока что нечего играть. А сейчас есть что. Осьминога не люблю. Окей, вытягиваем карту, хорошо. Давайте нам гамбита. Нет, Валентина. И Один. Так, ну у нас 7 карт, у нас есть все в руке, поэтому играем тогда призрака. Не хочу здесь скалу видеть, поэтому... Хотя не, нам не хватит, да. Хорошая карта под гамбита.
Так, есть Вонг, окей, кидаем Вонга. Пока Гамбит нам не заходит, но я все-таки верю, что еще как бы Гамбит зайдет. Плюс, может, Мистик еще зайдет. Четыре карты, из которых мы две берем. Даже, возможно, три, да, если я сыграю Кристалла. Даже больше, Кристалл два раза у нас сыграет в центре. Да, то есть мы все карты можем забрать. Окей, Гамбит тогда, скорее всего, нам придет. Может быть, сейчас Гамбит к нам придет, нет? Нет. Слушайте, ну тогда что у нас? У нас 1, 2, 3, 4, 5. У нас 6 карт в руке. 6 карт в руке. Так. То есть, если я сделаю так и так, у нас будет 5 карт в руке. Кристалл вытянет 2 карты. 2 из 3 кристалл вытянет. Я надеюсь, что это будет Гамбит. Да, если что, мы Гамбита поглотителя сможем... Не, ну нам не хватит на 6 ход. Эй, но... Гамбита с поглотителем мы не сыграем. Так, есть Гамбит, хорошо. И Мэджик есть. Ну почему Мэджик раньше не зашел? Я бы сейчас сыграл бы Мэджика бы. Ага, так, ну понятно, понятно. Но только так, а что делать? И надеяться, что, допустим, он кого-то убьет вот отсюда. И мы тогда выиграем. Ну окей, Гамбит убьет две карты у противника. Пускай снапает, не важно. Мы открываемся последними. Только не собака, пожалуйста. Да не верю, ну почему... Ну вот видите, друзья, сами все видите своими глазами, что... Что легко все-таки контролится данная колода. Даже Эллиот ей, да? У них даже Эллиот есть. Ну капец. У них даже Эллиот есть. Но нам не хватило. Нам не хватило. Вот такая, друзья, колода фановая, но, как видите, есть много нюансов, которые просто не позволяют довольно-таки часто нам сыграть так, как мы хотим. На этом все. Если вам понравилась данная колода и данный обзор, то ставьте, конечно же, большие пальцы вверх. Ну и увидимся, друзья. Всем пока.